В этом подвале бабушки, дедушка парализованный наверху, мы не смогли его спустить. Бабушки, соседка, вот это мы с мужем. Дети выехали на третий. Ну, когда и туда начало, а летело все на третий. Вот отсюда. Вот тут стоял танк. Вот тут стоял, вот так техника стояла. И они хреначили прям по домам. Никакой здесь России не было. Мы это все видели. И я еще хочу сказать. Вот просто, чтобы это все услышать. Сначала запускают людей туда, разрешали брать все, ну, кроме спиртного. Люди голодные, они голодные были. Люди брали продукты, а вояки брали золото, шубы. Потом резкий звонок, они сворачиваются, люди за ними не поймут. И через 20 минут туда прилетят. Разбили в Ухнарь. Это что, Россия предупредила? Но все знают. Люди когда кушать, да, ходили кушать, люди искали, они уже брали остатки. Если действительно мариупольцы, они брали остатки, но так их потом записывали у мародера. А мародеры были наши защитники, мародеры. Люди на кострах все варят, заезжают прям техника и начинают по 17-му хреначить. Хреначат. Люди уже бедные, они просто вот так пригинались. Потому что ну, боялись, что придет. И правду вам хочу сказать. Знаете, как российские самолеты же звали? Врачи летят. Мы их не боялись. Потому что мы знали, что они хотя бы отобьют эту нечисть чуть-чуть. Боялись не самолетов. Потому что они защищали нас. Мы знали, что они не могут. Они же между нами прятались. А боялись вот этих тварей.